Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, в эфире droider.ru. Только что закончилась презентация компании HTC на выставке МВЦ. Была представлена новая серия смартфонов, которая называется HTC One. Целых три устройства. Самый крутой из них называется HTC One X. Вот он. Он характерен тем, что имеет большой-пребольшой экран, 4,7 дюйма, HD-разрешение 1280 на 720 пикселей. Здесь есть три сенсорных кнопки, сделанных специально для Android 4.0. Это дом, назад и вызов списка запущенных приложений. Корпус выполнен из поликарбоната, это такой плотный, прочный пластик. Есть две версии, беленькая и черненькая. Тут у нас сзади 8-мегапиксельная камера, про камеру скажем отдельно. Наконец-то HTC сделали очень качественную камеру, и мы в этом убедимся. Тут есть крышечка, за которой скрывается сим-карта. Чтобы ее вставить, нужно вот нажать чем-то тонким вот в это отверстие. Разъем для наушников, кнопка включения. С боковой стороны микро-USB. И с другой стороны качелька для регулирования громкости. Больше тут ничего нет, микро SD карточки нет, встроенная память 32 гигабайта, то есть фронтальная камера еще. Давайте включим это устройство. Ну, надо еще сказать про корпус дополнительно, что он выполнен по технике Unibody, то есть единый кусок этого поликарбоната у нас здесь есть. И на ощупь он действительно очень приятный, производит впечатление очень качественного устройства. Здесь стоит Android версии 4.0 и Sense версии 4, также HTC Sense. Здесь очень много всего нового, очень много всего красивого. Все виджеты выполнены по-другому, все приложения выполнены по-другому. Например, вот так выглядит плеер. Тут есть синхронизация с сервисом SoundHound. Тут вот так выглядит панелька уведомлений, можно вычеркивать запущенные, точнее, уведомления какие-то, которые появились. Можно открыть список программ, вот так вот его перелистывать. Чтобы закрыть какую-то программу, нужно вот так вот свайпнуть вверх. Давайте посмотрим на камеру. В камере здесь есть несколько новых фишек. Ну, во-первых, появились две кнопки отдельных. Одна для съемки фото, другая для записи видео. То есть не нужно каким-то переключателем пользоваться для того, чтобы переключаться между режимами. Достаточно просто начать снимать видео, и оно начинает сниматься. Также есть прикольная фишка, что можно прямо во время съемки видео сохранить какой-либо кадр в качестве фотографии. Просто нажимаю вот на верхнюю кнопку, и кадр сохраняется. Вот мы видим снизу, что он уже появился в списочке. Теперь остановим. Ну, видно, что качество картинки, фото очень сильно улучшилось. По сравнению, ну, здесь против света было. Но вот, например, вот тут видно, что цвета очень хорошие, четкость хорошая. Действительно, камера сильно улучшилась по сравнению со многими предыдущими аппаратами HTC. Также можно аналогично сохранять фотки во время просмотра видео. Тоже тут есть специальная кнопочка для этого. Вот так можно нажать, и фотография сохранится. Это то, что касается фотоаппарата, но мы видим, что здесь очень много новых красивых виджетов. Собственно, сам режим добавления виджетов выглядит теперь вот так вот. Очень это удобно. Мы видим список самих виджетов и то, как они выглядят, и можем их запихивать на те или иные экраны. Это действительно упрощает процесс настройки. Так, видимо, там место кончилось на этом экране. То есть запихнуть на другой, например, сюда. Да. Очень много здесь красивых новых фишек. Телефон очень радует, производит хорошее впечатление. Ну, а теперь посмотрим на другую новинку. Собственно, этот смартфон называется HTC One X. Второй его брат называется HTC One S. Чем он отличается? Он немного меньше. У него экран 4,3 дюйма, разрешение QHD, то есть 960 на 540 пикселей. Он компактнее, он тоньше, он легче. Он выполнен из анодированного алюминия. Здесь корпус действительно очень приятный, такой матовый на ощупь, при этом прочный. Смотрится очень красиво и стильно, вот этот ободок синенький. Камера также 8 мегапикселей со вспышкой. Сверху кнопка включения, разъем для наушников,
микро USB, микро SD карточки также нет, встроенной памяти 16 гигабайт, качелька громкости, фронтальная камера, все примерно так же, но действительно хочется отдельно сказать про корпус, он производит очень хорошее впечатление, отлично сидит в руке, не громоздкое устройство, очень легкое, приятное и производит впечатление очень законченного, качественного продукта. Ну, внутри такой же практически Android, с таким же HTC Sense, с такой же камерой, которая быстро и красиво снимает. И, в общем, видно большую работу, которую проделала компания и запустила эти, ну, запустит в скором времени эти замечательные продукты. В России они поступят в продажу уже в апреле. Третий смартфон называется HTC One V. Это более легкая версия смартфонов данной линейки. Здесь, к сожалению, нет образца. У него достаточно оригинальный дизайн корпуса, такой немного выгнутый, напоминает смартфон HTC Legend. Ну, вот такие вот новинки от компании HTC на выставке МВЦ.